И еще немного о ценах. Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры и ее удорожания накануне Нового года, заявил сегодня глава ведомства Илья Шестаков. Он подчеркнул, что лососевые икры в России добывают достаточно для удовлетворения потребительского спроса. При этом сами участники рынка отмечают, что цена на красную икру стабильна, и даже в этом году лососевых выловили на 16% больше, чем в 2014-м.